В Алматы в специализированном межрайонном суде продолжают рассматривать уголовное дело по факту крупных хищений денежных средств БТА-банка и его вкладчиков. Свидетели раскрывают схемы по искусственному увеличению капитала банка и вывода крупных денежных средств за рубеж. И вот сегодня в суде выслушали показания людей, которые номинально являлись директорами подконтрольных Мухтару Аблязову компаний. Один из таких — Нургали Беркинбаев. Вот в суде он рассказал о том, что после трагической гибели Тати на его место пришел Мухтар Аблязов. Беркинбаеву дали указание, что он, как и прежде, должен подписывать документы и через компанию Мактаарал покупать и продавать ценные бумаги. Офиса у компании не было. Кроме того, стало известно, что подконтрольная Мухтару Аблязову офшорная компания Fedelm Corp, зарегистрированная на британских Виргинских островах, незаконно получала от БТА-банка более 135 миллионов долларов в качестве беззалогового кредита.